Ученица 3 класса 52-й школы Алиса Щербакова внимательно слушает лекцию о правилах дорожного движения, хотя сама знает и соблюдает их, и напоминает о них своим родителям и друзьям, чтобы они следовали ее примеру. Когда мы гуляем, мы останавливаемся и ждем, пока автомобиль проедет. Поддерживает свою одноклассницу Егор Денисов, который знает, что дорога – это не место для игр. Чтобы он соблюдал правила дорожного движения. Чтобы не травмировать себя. Сотрудники ГИБДД о правилах дорожного движения рассказывают ребятам в интерактивном формате. Школьники отвечают на вопросы, смотрят мультфильм о соблюдении правил, а также разбирают, как поступить в той или иной дорожной ситуации. Для каждой школы специалисты подбирают такие условия, какие есть возле образовательных учреждений. Конечно, когда приходишь просто с беседой, им не так интересно. Когда показываешь ролики, когда рассматриваешь дорожные ловушки, ситуации, вовлекаешь детей в мероприятие, в беседу, им интереснее. Конечно, потом приходят отзывы от родителей, потому что очень часто нам потом звонят родители и говорят, вот вы приходили сегодня к нашим детям, и они под впечатлением чуть ли не берут матерей за руки и переводят через дорогу правильно. Это очень отрадно. Такие встречи со школьниками сотрудники ГИБДД проводят регулярно во всех школах города. Андрей Горгуленко, Петр Паламеев. События.